Итак, всем привет, дорогие друзья. Автомобильная движуха в Анталии началась. Вчера здесь было абсолютно пустое место. Сейчас все забито, вообще яблоку негде упасть. Сейчас мы посмотрим также цены на популярные модели и посмотрим те машины, которые мы никогда нигде не видели. То есть вот тут эта улица. Везде, где на машинах написано «Сателлик», значит, они продаются. Вот въезд на авторынок. Какой-то человек в форме даже охраняет. Даже, я так понимаю, и здесь вон эвакуатор и так далее, все это продается. Так, вот такая какая-то необычная машина. Ценника, конечно, нету. Ну, нужно посмотреть. Леон! Вот Леон должен мне выпасть в Brawl Stars, а не вот тут будет. Леон. Сателлик? Нет. О, Фиати 25 тысяч? Имеш. О, Russian, Russian car. Russian, evet. Muayenes falan her şey aktif. 91 год, 82 тысячи километров. 82 bin. Километр, минимал километр. Evet, gel bak. Ordinal. Офигеть. 82743. Оу. Вот. Muayene 10. ayın 23. 2023 muayene. Класс. Девятка. Лада. Лада Самара. Офигеть. Видишь, Дём? Даже в Турции на русских машинах ездят. Хорошо сохранилось. Нифига себе! Сиги! Good car! 25 тысяч! In Russia 5! 4000 долларов! Да, есть! 4000 долларов! Ага! Вот такая вот машинка! Походу мужик думает, то мы хотим покупать! А вот где мы с вами открыли машину? Турист from Russia! Вот 128 тысяч, корова, 11 год. Здесь движуха идет такая, что вообще просто жесть. Ну просто, если вчера здесь не было ни одной машины, то и сегодня все забито вообще. Вот БХ-60 кузов, но цены нету. Цены нету, вот смотрят. Hyundai, Getz. Вот такие есть четкие стильные тачки. Даже я не знаю, как называется такая заниженная. Вот тоже со значком Т такая же машина. Видимо, здесь популярна. Еще одна и тоже заниженная. Еще одна с рамкой Nokia. Вот Бэха. 13800 или 138 тысяч. 2005 года, копейка. Наверное, 138 тысяч все-таки. Ну, русскую машину пока одну здесь нашли, но уникальный экземпляр с пробегом 87 тысяч. Даже у нас, я думаю, такую очень сложно найти. Антара, Антара без цены, 210 тысяч километров. Цены нет, к сожалению. 2001 год, Лада Вега. Как они сюда попадают, интересно? Что это за машина? Тофос какой-то. Давай, прячься. Тут сразу... О, а может местное блюдо попробуем? Лепешки попробуем?
Это мы уже вышли на дорогу, то есть где вот едет автобус, на котором вот мы приехали. То есть здесь так заставлено, что автобус даже не может проехать. Пойдем дальше, пройдем, посмотрим. Вот там и все! А, тут еще полиция разруливает. Короче, по полной программе. Сейчас пойдем, я присмотрел там местное блюдо, там лепешку женщина лепит какую-то, сидит. Посмотрим, что это такое. А вот и вот такую же лепешку лепят тоже. Реально этих топосов здесь огромное количество. Что-то я в прошлый раз их не заметил, когда здесь был. И их занижают, то есть это такая популярная машина, и как и пацанская идет, и как практичная. Мерхаба. А, пяти. Вон. Окей. Сильман агел. Че идем? Вкусно смотрим. Сильман агел, карабьер. Мамуни, аби, аби, бей. Каштыня, бюрек. А можно два чая? Abi, çok mutlu sana çay içerken. Müşteriler geliverdi. Birileri geliverdi. Babalar özledim seni. Не хочешь айран? Нет. Давай посмотришь, что такое. Не надо, папа. Руся. Руся, турист. Новосибирск. Сибирь. Ого, Сибирь. На, вот смотри, попробуй это. Чего, не знаю, не будешь? Соленое молоко. Соленое. Милк. Я зробил. Айран чече дейм. Ото пазари. Гуд. Ото пазари, антай, не был. Yes. Вот, я повезу, что я умею по-английски говорить. Там сана баскет, а ты на гельде. Что, не хочешь? Здесь ты едимать из Мидона? Оливки не хочешь? Идти мадимов? Это вот местная тара называется пиалка. 100 грамм. Скажи, нас у берегов не запугаешь, да? Спасибо. Вот это популярное, да, здесь Тес? Вот смотри, Мерседес. 258 тысяч. Да Мерседес по сравнению вот с этим. А, это Те, вот эти местные. Три вообще, вот, смотри. Тофис. Пап, три одинаковые. Ну да, это вот местная модель, Тофис. Здесь Тофисов этих огромное количество. А что за 4 головы? А вот это Фиат, это тоже прародитель Жигулей. Без цены. Ну, кстати, места-то еще есть. По-моему, год назад вот здесь были заняты места, то есть здесь... Были ряды не только там, но и вот здесь. А вон смотри, какая заниженная Honda. Пойдем посмотрим. Она заниженная, да еще и колеса просто. Смотри. Наверное, пневмоподвеска здесь. Да, вот она. Вот видишь, шланг этот идет, шланг от пневмоподвески. Да я, пап, знаю, я же говорю туда. Чтобы поехать, надо насосом накачать. Вон, видишь, этот сосок торчит. Подключаешь, насосом накачиваешь вверх. И потом поехал. Вот еще кафешка местная такая, более популярная. Более насыщенная. Ого, смотри, дом на колесах, идем.
yansıda da 10 bin lira fark ediyor. Он сразу, смотри, мопеды продает. Чекирек, вар, да? Да, папа. Чекирек, вар, вар. Мопеды я очень хочу. Чекирек, вар, вар. Ну смотри, машина какая, Samsung называется. Как телефон, да? Еще одна девятка. Или это та же? Нет, это не та же, такая же. Мерхаба? Фиати? А, 3 лиры? А сколько въезд стоит? Въезд сколько стоит? Ото пазари пять. Есть айдут. Есть? Окей. Это нормально, пока мы бабки зарабатывают. Ну да, по 3 лиры хоп-хоп продают. Покупают по одной, продают по 3. Ну вот, ребят, посмотрели авторынок, насколько он изменился, цены по-прежнему, то есть не только у нас повысились, но здесь стали еще выше. Но движуха есть, народ ходит, покупает, продает, активно заезжают, выезжают, торгуют. Это, конечно, радует, что экономика работает народная. Никакого затишья здесь нету.